ты подошел к концу, четвертый международный конкурс юных исполнителей народной песни и музыки. Действительно, можно поаплодировать друг другу. Прошли два сложных, напряженных дня конкурсной работы. Жюри оценивало вас, старалось. Я уверен, что вы все так же старались. Большие молодцы. И сегодня настала приятная пора подводить итоги, награждать победителей и участников. Но вы знаете, прежде всего должен вам сказать, что члены жюри, такие же творческие люди, замечательные специалисты и профессионалы, подготовили для вас прекрасный подарок. На сцене лауреат всероссийских и международных конкурсов Ирина Леонова. Встречайте! Дорогие мои, как быстро пролетело время. Совсем недавно сидели мы и любовались на вас. Наше будущее нашей страны, самые красивые, самые талантливые в мире дети собрались сегодня в этом зале. И три дня мы слушали, наслаждались наконец-то. Предоставилась возможность сегодня пообщаться с вами с этой сцены. И хотела бы сказать, предваряя наше поздравление, награждение, какие бы дипломы, что бы там ни было написано, ребята, вы все победители. На творческих конкурсах нет проигравших, нет победителей, нет побежденных, потому что у каждого из вас Богом данный талант. Сегодня он в данной степени развит, сегодня я справилась с волнением, завтра я еще лучше покажу свой творческий результат. Поэтому, ребят, мы вас всех поздравляем и низко кланяемся всем преподавателям и родителям, которые сделали такое хорошее усилие, привезли ребят сегодня. Спасибо вам большое. И очень приятно, что этот конкурс вырос до статуса международного. Поэтому я долго не думала, что я буду петь, что я буду говорить. Я хотела предложить вам такую музыкальную небольшую игру в качестве музыкального приветствия вам. Буквально по две строчки попеть песни, которые именно соответствуют пониманию международной творческой культуры. А вы отгадаете, где эти песни могли звучать? В Центральной России, на севере, на юге, может быть, бывших близких нам государствам и музыкальных культур, узнаваемый, может быть, даже не узнаваемый, а логически помыслить и определить, где же так могли петь. Готовы? Сяло на полу, да ноги протяну, ой-ой-ой-ой-ой-ой, да ноги протяну, да гулять хочется, ой-ой-ой-ой-ой, да голова болит. Спасибо за аплодисменты, теперь скажите, где так могли петь? Центральная Россия! Кто сказал центральная часть России? Аплодисменты! Сейчас проставим. Дом ты воля, но это раздольной. Казачество, слава богу, талантливое на всех территориях проживает, и казачья песня тоже, да, имеет разницу. Украина, конечно. Такая тихая, тихая колядочка. Субтитры сделал DimaTorzok.
замечательной, глубокой, северной музыкальной традиции. Ну, сейчас такой будет. Свободная, правильная манера певческая позволяет нам прикоснуться к любой певческой культуре, принять, полюбить ее. Ну, в общем-то, когда мы ездим на фестивали, у нас цель, по-русски говоря, одна – себя показать и других посмотреть. И, по-моему, этот фестиваль нам доказал, что приехали мы все не зря. И сейчас исполню песни, которые очень любят студенты, участники, наши ребятки. И была просьба именно ее исполнить. Все конкурсанты пели вживую, без микрофонов и без минусовок, но были исключения. И так как оркестра нету сейчас, как вы видите, а песня была записана к фильму, это был саундтрек к многосерийному художественному фильму «Главный калибр». Именно в этом сопровождении музыкальном она и прозвучит. Олег, а где мне микрофончик взять? Лети, перышко. Oh, yeah.
Ваш талант вел вас через всю жизнь, чтобы любовь к народной песне и к своей стране не пропадала никогда. Храни вас Бог. Ирина Леонова, ваши аплодисменты. Спасибо огромное. Ну что ж, и еще одно замечательное музыкальное приветствие. Я приглашаю на эту сцену лауреата международных конкурсов Артема Берга, концертмейстер Ольга Башкирова. Встречаем. Ждавал некоторым молодым исполнителям рекомендации. Главное, достойно выйти и красиво уйти. Все уже остальное вроде как второстепенно уже становится. И сегодня поздравляю вас, уважаемые коллеги, участники. Не забываю про концертмейстеров, всегда я про них говорю. Концертмейстеров надо любить, это 50% успехов и средств. Успехов вам дальнейших. Счастья и радости, молодцы, что этим занимаетесь. Растите, развивайтесь, получайте образование, двигайтесь вперед. Обработка русской народной песни. Валенки.
несколько в нарушение правил и регламентов. Я вчера говорил, уже накрыл на столе, что мы еще только небольшие артисты, начинающие, поэтому долго себя говорить не будем, на бис сыграем. Действительно здорово, когда в коллегии жюри сидят настоящие профессионалы. Правда ведь? Да. Ну что, мы с вами ждем награждения, кажется, да? Но перед этим я хочу вас порадовать. Дело в том, что сейчас вашему вниманию представится возможность еще раз услышать некоторых участников нашего конкурса. По предпочтению коллегии жюри мы сейчас представим вам гала-концерт участников четвертого международного конкурса исполнителей народной песни и музыки «Онежская волна». Мы приглашаем на сцену вокальный ансамбль «Иванов Цвет», Кингисепп, Ленинградская область. Встречаем. Встречаем артистов. Yeah.
следующий участник нашего концерта – Глеб Голковский, детская музыкально-хоровая школа Петрозаводска. Прозвучит карело-финская полька в обработке Тихонова. Аплодисменты артисту. Зародилась буйно ягода в бару. Встречайте! Сильно будет.
Следующий участник – Максим Кулаков, детская музыкальная школа номер 1, Петрозаводск. Пьеса называется «Семечки». Учащийся музыкальной школы города Медвежьегорск. Федор Кобелев, Поликарпов, Пелепляс.
«Арчан», ансамбль «Перегудки». Участница «Онежской волны» из Беларуси Карина Федорцова. Могила. Парня. Yeah.
Брянск. Детская музыкальная школа номер 1, Петрозаводск. Партичелло, мексиканский танец. Тебя.
песню актуальное название «Сидит девка под окном».